контратак, могли обострить ситуацию до той точки, которую мы уже характеризуем как голевая. Сейчас Марадона с мячом прошел на половину поля бразильцев. Пас Каниджи. Каниджи выходит один на один и забивает гол в ворота сборной Бразилии. Нетрудно себе, уважаемые друзья, представить, что здесь происходит. Марадона и Каниджи сделали свое дело. Вот так. Бразильцы имели преимущество во всех отношениях на протяжении всего матча, а когда, казалось, осталось совсем играть немного, на контратаке, на своей контратаке, в поисках одного единственного шанса Марадона и Каниджи, все-таки этот шанс не упустили. Великолепно сыграл и Марадона, и Каниджи. Каниджи даже поднял голову и посмотрел, не было ли вне игры. Затем опустил голову.